Всем доброе утро, всем привет, дорогие зрители, как ваши дела? Я свой новый квартира, наша новая квартира. Друзья, сегодня у меня жалюзи поставляют. Сегодня еще, да, я вам говорил, еще ремонт есть, жалюзи есть. Много чего еще, да. Потихоньку переезжаем жить эта квартира. Но я жена говорил, да, она трепется. Я говорю, подожди, еще все закончим, потом перевезем все. А сейчас это последний ремонт, который у нас, жалюзи осталось бы. Это тоже сегодня делим. Вот назад работает народ. Я вам все показываю. Кто делит? Ариф, друзья. Ариф Туйгулу, который у меня там все квартиры делал. Знакомых все делал. Человек замечательно работает. Замечательно. Отлично. Сейчас я вам показываю. Вот. Сейчас показываю, какая работа, какое передуманное, все объясняю, почему мы вставляем. Так надо, надо, друзья, надо. Вот человек работает. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк у меня, друзья. Да, рано утро. Сосед обрадовались, наверное, тур-тур-тур-тур-тур-тур. Давайте посмотрим работу. Перевезли наши жалюзи. Будет выставить Ариф. Пошкалдым, пошам. Привет. Нассын. Видишь, сейчас жалюзи все поднимается. Друзья наши, которые окно наружу. Да, надо было, надо. Будем выставить. Вот видите, наша система открывается. Совсем другой жалюзи. Сначала здесь лигрирует, и потом поднимают наверх. Это наша квартира. Стеклянный балкон, который... Наша новая квартира здесь. Каждое окно заказал, друзья. И здесь наша кухня, сюда. Вот, на этой комнате тоже. Должно быть туда. Раз, два, три, четыре, пять штук. Назад посмотрим. Это уже зеленый остался. Инжир. Инжир уже есть. Уже есть. О, красивый инжир. У нас назад, который окно, есть жалюзи. На это не надо. Да. Хорошо. Все зеленое, красиво. Это муж молодец, дюня по-турецки. Вот она тоже зеленая. Во, гранат. Я так думал, сухнила она. Вот сейчас зеленая. Хорошо. Еще один инжир. Отлично. Наша кухня это. О, шикарная. Пойду дверь открою. Уже пустю человека домой. Не вектион лан орда, не чалышмиён сан? Кач саат пишим вар, Ариф? Ortalama 2 saat abi. 2 saat. Hı hı. 2 часа работа есть, монтаж. Через 2 часа закончится. İyi bakalım. Buradan sonra nereye? Buradan sonra Konyaaltı'na. Konyaaltı'na. Orada ne var? Orada tent ev cam balkon yapıyoruz abi. Öyle mi? Hı hı. Çok güzel. Konyaaltı, человек делит тент, стеклянный балкон. Sistem совсем другой, друзья. Что за sistem? Который закрываешь туда. Закрываешь и можно открыть. Наверху вам лучше показываю, конечно, но не крепче системы, потому что на этом металлисты сломают, да, идет. У нас других со одно и то же был, других. Это тоже заказывали одно и то же, потом не менялись.
просто так как раз закрывать самое крепче. Долго-долго жить будет. Она нет. Оттуда жалюзи вставляют. У нас, видите, наружу тоже есть вот такую фигур человек типа делал. Андрей, комната. Arif, ne haldesin paşam? Çok iyiyim abi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Yok abi. İttireyim mi sen evi? Olur abi. Sar. Жалюзи, друзья, вот наверху, который, самый верхний этажик, жалюзи поставил. Пока нету. Вот мы здесь вставляем сюда. В любое время можно закрывать дверь, можно идти куда надо. Со жалюзи можно закрывать. Знаете, это надо делать один раз. Да, квартира я делал там замечательно, отлично делал. Все нормально. Ариф, насын пашам? Oraların silikonlarını da bir kontrol et. Sorun var mı? Komple bakacağım abi. Tamam. Tamam paşam. Вот, друзья, два здесь есть и три штук на правой части Анян комната и кухня. Да, работа идет. Я вам показываю, который это аппарат сам. Вот. Öbür pencereden çeksene. Такая работа, серьезно. Очень быстро работает человек, молодец. Молодец людей. Смотрите систему, друзья. И здесь, который рамель перекуритель. Есть такой моторный есть, который электрик. Электрик сам закрывает, открывает. На это не надо. Это не надо. Наружу, потому что это. Если окно вместе, которое заказываем, надо. Да, моторное. А сейчас нет. Окно у нас внутри жалюзи. На улицу не надо. Лучше вот такой системы. Металь настоящий, друзья. Знаете, покрутим, крутим, крутим. Между прочим, на этой работе я делал, в Бельгии работал. Может, люди думают, Юсуф не знает эту работу. Узнает Юсуф. Юсуф все узнает. На этой кухне. Кухня. Вот три части. Потому что лево-право, когда видео сниму, у меня яркие остаются, сразу можно закрывать. И средненько можно открывать. Вот система такую, красиво. Еще крышка есть сверху. Продолжает работу, друзья. Ариф, не калды, паша? Абе, силиконлар и шон рамеллар калды. Рамеллар и силиконлар. Монтаж закончился, друзья, сейчас силикон и рамель надо поставить. Birini taktınız mı? Ha, bir takıldı abi. İndir bakalım bir, indir. Oo, süper. Kalsın, kalsın, kalsın bu şekilde kalsın. Çek bakalım. At duruyoruz işte, silikon deliyoruz. На этой которой есть первый этаж у вас, квартира, да? Я советую у вас, который сейчас он закончит. Dur bakayım, Arif şunun altını bir açsana, ileri. Вот, есть у вас первый этаж, вот такой система, первый, второй этаж. Есть у вас дублексы, это не надо. Дублексы прямо надо. Потому что дублексы ветер очень сильно дует. На это быстро-быстро сломается, очень быстро. Поэтому рисковать не надо. Но это немножко дешевый систем, чем другой. Да. Ну, хорошая система. Вот, силикон все закончится.
Силикон есть для внутренней, силикон есть для наружной, друзья. Это так определитесь. Кто-то ремонтирует у вас, обязательно предупреждайте человека. Сейчас, друзья, уже так металлмонтаж закончился. А сейчас это рамель надо вставить. Это называется рамель, друзья. Это бывает пластик, бывает алюминиевый. Это алюминиевый, друзья. Вот. Пластик это быстро испортится. Я вам предупреждаю. Который кто-то делает это, обязательно алюминиевый надо вставить. Вот так лучше выглядит, наверное. Место неудобно. Aç kapat bakayım şunu bir. Yavaş yavaş kırma. Altını aç. Altını aç. Süper. Aa, normalde. Buraları kırılırsa gösteririm ben sana. Dışında menteşe var abi, onu kırılır. İnşallah. Ya говорю, если сломается это, я тебе покажу. Сейчас стоп надо поставить. Стоп что, друзья? Вот эти штуки. Это выставляет наружу, который когда открывает, это стоп держит его с конца. O deldiğin stop bir taksana bir önce bir. Сейчас крышка, друзья. На это наружу крышка. Это тоже алюминиевый, не пластик. Вот так лучше выглядит. Во. Так страшно работу, серьезно говоря. А ша фаран дышма паша. Вот так лучше выглядеть. Видите, стоп как держит туда. Ариф, капатсана шейбе. Вот. Отлично, аккуратно. На эту систему, друзья, дублексы не подойдет. Это еще раз предупреждаю. На это первый, второй этаж максимум. Друзья, рамель я вам показываю, что внутри есть. Пена, видите, там такой пена. На этот черный штук между они держивают. Вот. На это гарантия. Долго-долго жить будет это. Лет 10-15, даже больше. Но такой пластик бывает внутри пустая. Первый ветер забирает, отвезет. Поэтому я так люди говорю, обязательно надо вот такой алюминиевый рамель надо выбирать. Человек говорит, дешевле хочу. Дешевле человек привезет, пластик поставляет. Вот пластик не держит. Когда жара видит, меняет свой там со. Бери им, пашам. Да, да. А.
Su. At içine. Çek. Biz değil silikonu mu? Hızlı, hızlı. Hızlı. Hop, tamam. Bir saniye, bekleyelim. Sağ. Şey içine soksana. Şey içine sok. Ha. Знаете, система, друзья, вот сюда есть кнопочку, кнопочку вставляешь, видите, туда есть штуку. Вот я вам лучше объясню. Вот так закрываешь. На это... Вот, на это дырка надо. Внутри это бросить. Вот так они оставляют. Вот так. О. Вот так. Вот так. Открывать можно. Вот так закрывать. Пока человек открыл, мастера я не мешаю. Вот так. Сейчас очень быстро-быстро закончится. Arif kaç sene yaşıyor bu? Kapıyı açsana paşam. Efendim abi? Kaç sene yaşar bu? Abi, aluminyum alır olduğundan dolayı kolay kolay ölmez abi ya. Ölmez değil mi? Bir, çok kaliteli malzeme. Bir 10 sene mi? Gider mi? Çok rahat. Değil mi? Değil mi? Garanti de yok. Aluminyum. Это так zırzıbik не zırzıbik. Если сильный-сильный удар не будет, никакой не проблема. Süper. Arif sen kaç yaşındasın ya? Efendim abi? Kaç yaşındasın sen? Söyle bakalım be. 29 yaşındayım abi. 29 лет Arif Друзья. Люди спрашивают, Arif сколько лет? 29. 30. Arif sen evli misin paşam? Ha? Bekler Evet abi. Evlisin? Он женатый, друзья. Друзья, работа закончилась. Он сейчас будет объяснить. Вот сетка тоже поставил. Капот пахнет, что снег ливит, аби. Снег нет. Новая сетка у нас. А, bizim işlerimiz tamamdır. Evet. Panjurumuzu ilk önce kapatıyoruz. Там кнопка есть. Bu şekilde açıyoruz. Bunlar çevirmelidir abi. Bu şekilde. Hı. Şimdi böyleyken boşta. Bunu çeviriyoruz. Şu an kilitli. Anladım. Aynı işlem burada da geçerli. Bu şekilde şu an kilitli. Panjuru indirip kaldırmadan bu şekildeyken indirip kaldırılmasını öneriyoruz. Вот так, так надо открыть, закрыть. Когда от, вот так. Аж покажем шнобе. Если вот так открыть, закрыть, не стоит говорить. Может быть внизу бросает, су упадет внизу. Bunlar ileri doğru açılır olduğundan dolayı bu şekilde kaldırıp indirme olayına çok hassas davranılması gerekir. Говорят, вот так не откроете. Сначала закрыть, и потом открыть, закрыть надо делать. Вот bu şekilde abi. Yine bunda da aynı şekilde abi. Yine kapatırken kaldırıyoruz. Kilit sistemi, yani hepsi standarttı zaten. Bu şekilde oluyor. Со стандартным. Ач, он это капат. Ач. Снег длинный капат. Опа. Пенчерин хаваландырмасы. Супер. Орда хаваландырма йок. Такарсан иншалла. Такарс. Та его тоже надо делать вот так же.
Но дырк остается ПВХ сильно. Но это наш последний была, друзья. Последнюю работу. Сейчас спокойно можно жить квартира. İp yönlerini bilerek abi açılı tarafa koyuyoruz. Hmm. Yani daha rahat kullanım olduğundan dolayı. Также sistem. Pajo bu şekilde de yani açılıp kapanıyor. Onda da herhangi bir problem yok. Hmm. Bu şekilde açmanın çok mantığı yok. Да, если сильный ветер, будет проблема, друзья. Это еще раз предупреждаю, у меня других, которые до этого был, одно и то же форма, я не поменял форму. Bu sistem diğerine göre biraz narin değil mi? Tabii ki de. İleri doğru açılır olduğundan dolayı bu sistem biraz daha narindir. Rüzgarlı havalarda kesinlikle bu şekilde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Говорят, если ветер есть, сразу закрывайте. Сразу. Да. Не дешевое, друзья, не дешевое, но красиво, красиво. Есть дуплексы, которые в квартире всегда дуют. Всегда. Вот если вот такой штук оставляешь, максимум жить будет 2-3 года. Потом все. Когда идет с моря, если у вас там близкий с моря, который либо гора, квартира, так вообще нельзя вот такой. У нас просто вокруг закрыть. Лево-право закрыть вокруг. И здесь три части. Кухня у нас, друзья. Вы знаете, мы видео снимаем здесь. Bunda da mesafe büyük olduğundan dolayı. У меня уже улетел, друзья. Уже со. Они очень быстро растет, улетел. Нет уже. Со. И здесь тоже сетка есть. Со, отлично. Süper. Eline sağlık Arif Usta. Hayırlı olsun abi. Eline sağlık. Gel bakalım. Evi bir gezdireyim sana. Hoşuna gitti mi? Nasıl olmuş ev? Ya iyi bu spraşmıyor. Kalk. Gerçekten kalk kuartira. Güzel. Güzel mi? Nasıl çok, olmuş? Çok güzel abi. Çok hoşuma gitti. 10 numara bir çıkmış abi. Ne? Yaşam için şunların şeylerini açsana havalandırmasını. Tamam abi. Çift açalım. Ha. Пожалуйста, супер. На это окно супер, друзья. Он поменял это окно, которое будущее. Других нормально у меня. Будущее хочу менять. Вот одно и то же. Адопен. Это не Адовен. Адопен. Это настоящий. Но немножко дороговато, да. Это хочу все менять. Но экономичный сил сколько не поднимается. На солом шевгель бьёстерим сана. Bak bakalım salon nasıl? Ooo kanepeler çok şık. Ha? Kanepeler çok şık. Nasıl? Güzel. Ben beğendim bunu. Çok güzel abi. Ya bu pak az bir yok. Kvartira. Ruzi. O nasıl izdi? Şunları da açsana Arif. Fazla mı istiyor? Hı. Вот это у меня был. Ruzi. Видите? На это пластик рамель. Пластик. Здесь гости нету. Abi gördüğün gibi plastiklerde böyle kapanmaları, sıkıntılar yaşanabiliyor. Evet, problemi. Bunlar ramellerini değiştiremez miyiz? Değiştirilebilir abi. Değiştirir miyiz? Вот рамель надо менять эти. Вот проблема. Bırak dursun öyle, üstlerin havalandırmasını aç. Друзья, работа закончилась. Сейчас поедем. Это наша, которая квартира. На эти соседи. Ариф, бунларын калитель олуп олмадын, не санныёз, баба? Абы, каса паркынан анлашылабилиё. Анлашылабилиё му? Üst каттаки. Я его спрашивал, который в качестве, как можно узнать, понять. Он говорит, касса, которая там сверху коробка,
Вот это дают разницу. Просто я делю, который ремонт, кроме алты человека помогаю, Ариф делал туда тоже, со ПВХ. Без проблем, отлично работал. Свою квартиру тоже Ариф делал, очень доволен, очень хороший человек. Вот под видео есть его телефон номер, если вам нужен, который узнает цена, либо идея, либо заказ. Но он делит душокабин, стеклянный балкон, ПВХ, любой. Еще потолки пластические, душа, душу внутри, которые со. Что вам надо, пишите его. Цена нормально, нормально. Торговаться, конечно, делайте. Покажите мои видео, говорите Юсуфом. Вот, Юсуф отправили, скидка спросите. Всем спасибо большое, друзья. Увидимся, всем пока. Увидимся. Пока. Okay.